Девушку найти легко. Сложно найти девушку, достойную стать женой. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Привет, ребят, хочу сделать такой не очень приятный анонс, потому что хочу сказать, что пока что эксперимент с подтягиваниями чуть-чуть будет приостановлен, и всяческие записи гитарные, ну, кто любит, там, просил. Потому что у меня сломались пальцы, ну, сломались перебиты, я их не могу совсем, ну, то есть у меня они не сгинаются совершенно, я не могу даже ничего держать. Вот, но это даже я ее разматывать не буду. Еще у меня так вышло, что, не знаю, видно, нет, перебит бицепс. Вот даже если я чуть-чуть его сгинаю, то видно вот такую вот форму. Короче, перебили бицепс. Еще у меня там есть кое-какие проблемы с ребрами. Это я упал с вертолета. Не обращайте внимания, все будет нормально. Так видео будут продолжаться, но та же рыбалка, какая-нибудь дебилизм, он останется. Но именно эксперимент чуть приостановится, но ну, восстановление, когда, блин, что там играет, а? Ладно, восстановление, то есть я это все покажу, как я буду после этого восстанавливаться, может, тем интереснее будет, если мне пальцы, конечно, мне это, потому что вот даже на ладони внутри синяки, то есть мне их вообще не оторвут, не отрежут, но я думаю, что нет, вот, во всем Спартак виноват, АЕК виноват. Да ладно. Ну и я сам виноват. Вот, в общем, что хотел сказать. Восстановление все будем снимать. Там он, Санек Колесник, ты же меня смотришь, вчера мне просил тоже, говорит, это, с ним эксперимент. Ну, поснимать, он говорит, я тоже подтягиваться не умею. Вот как раз восстановление, сделаем шаг назад. И вот пойдем на улицу, там... Ну, начнем вместе заново, как бы. Я тем более совсем буду ослаблен, так что дам тебе фору. Да ты можешь заткнуться или нет, блин, срань. Вот, в общем, а так все будет продолжаться. Рыбалки всякие, фигалки. Ну, вам хочу пожелать не попадать в такие ситуации. Пожелать вам найти себя в жизни. Ну, чтобы найти вот любимое дело, я тоже... Всю жизнь тыкался, мыкался, то туда, то сюда, все не мое, все не то. Вот. Ну и чтобы была цель какая-то. Ну, в общем, ребят, здоровья вам. В общем, все будет нормально. Будем работать дальше. На все воле Божьей. Это случилось, как, я считаю, как... урок какой-то, во избежание чего-то, ну, намного сложнейшего. В общем, все нормально. Была бы честь, как говорится, а мясо нарастет. Слава Богу за все. Пока.